Вторая часть умирающего Бадди. В последнее время, вчера, полиция арестовала папу Бадди. И он сидит до сих пор в тюрьме, которые его арестовали. Друг отвели и прямо позовили. Позвали на эксперимент. Думает Бадди, папа, и все. Вы что, издеваетесь? Мне нельзя на электрический стул сидеть. На... Они его заставили. Быстро садись! Полегче, полегче! Все, сажусь. Все, сел. Сидит и делают, что хотят. Он не обращайте внимания на это существо. Так. Думает вот этот, как Тревор. Надели его. Скажем, через 3 секунды. 3, 2, не надо, я спрошу. Пусти так! Не надо, пожалуйста. Пусти так. Все, хватит, хватит. Больше так не буду. Все, вылазь. Пойдешь к новому из пирамида. Куда собрался? Куда собрался бежать, а? Да все, 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 все. Сейчас мы еще так испортим. Нет! Потом шприцы укололи, все. Ой, не обращайте внимания. Когда его посадили в камеру в другом, лежал аккумулятор от машины. Он решил потрогать его. Он решил потрогать его. Случайно упал. Отлился кровь. Он думает, что... Помогите! 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 Ну, он еще жив. Еще попросили на испытание. Покатайся на детском коробе. Окей. Если что, так и не было. Садился на него и... Помогите! Кто-нибудь, остановите эту машину! Он крутился! Остановите машину, я не выдержу! Сначала кричал, никого нет! Помогите! Опять пытается на бычке. Как будто он много раз. Как будто он опять кружится. Помогите! Быстрее останавливайте эту штуку! Остановился. Мне уже больше не надо делать. Еще посидел, еще немного. Он обнаружил стирка. Стирка. Полез как он сюда. И... Помогите, я застрял в машине! Помогите!
где это я? Я что, в Америке? Нет уж, мне домой нужно! Поле! Нахрен поле! Нахрен поле, валим отсюда! Куда? Мира сладкого? Да пошли вы уже, сладкий, я не люблю! Валим еще раз! Опять в тюрьме? Ну его нахрен опять! Работа, да его нахрен, меня уволили! Он опять перемешился. Заброшена квартира? Ну его нахрен, я буду жить в параллельном мире! Но мне срочно домой нужен. Пожалуйста. О, домой. Как же я долго ждал. Так надо отрести от пузырьки. Где это я? Подумал отец о Баде. Почему я в слово? Параллельный дом? Откуда я приземлился? Я что, у соседки моего из третьего этажа? Потом. Чего это, ракета? Я что, улетаю отсюда? У меня ничего нету, и скафандра ничего. Прошу посмотреть. Куда? Куда я улетаю? Помогите! Я улетаю! Что такое? Где это я? И что я делаю на Марсе? Что это за параллельный? Я хочу домой! Случайно открыл! И он дышит! Нету кислорода! Он продолжает! Он успел! Он опять проснулся! Бросил. На! Разозлился, как злой Тревор с GTA 5. Отец! Отец! А Бади не может плыть, потому что не может продышаться. Через 5 минут он задохнулся. Конец к истории Бати.